Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик. Спасибо Сергею за предоставленный аккаунт. У нас сегодня обзор на новую героиню Мисс Магия. Так вот она называется. Он ее немножко прокачал уже. Поехали, пройдемся по скиллу. Что герой может. И попробуем в действии. Бросание карты, носящие урон всем вражеским целям, находящимся впереди. В данном случае у нас 600 дамага прилетает и уменьшает скорость атаки, энергии уклонения на 42%. Это реально дофига, на 5 секунд, кулдаун 7 секунд. Это реально круто. Также восстанавливает 415 здоровья для союзных героев, увеличивает скорость атаки и уклонения на 42%. Тоже дофига. 5 секунд, кулдаун 7. Ну, то же самое. Также неуязвим к иллюзорности и бедствию. Странно, неуязвим к иллюзорности. Неуязвим в иллюзорности. Вот так вот. То есть можно ставить на него маску. Вероятность 50% при удержании цели забрать энергию. Ну, в общем, вот так вот. Поехали, посмотрим, что по статам у нас получается. Ну, герой такой средненький. По статкам нету иммунитета. Вот то, что самое главное в этом герое просто нет. О чем это говорит, что это будет наподобие того же самого, ну, Берсерк я не буду даже сравнивать, Берсерк мне кажется в разы круче, поехали посмотрим. Так, дальник, отлично, вот так вот выстрел идет во все стороны. Так, а сколько у нас получается карт летит? 4. Не, 5. 5 карт отлетает. А это чем-то мне напоминает Тару. Только Тара, ну, в БС-ке совсем другая. Ну, наземный герой. Как видите, иммунитетов у героя нету. То есть, ну, это будет печально, потому что ее могут застанить, заморозить там и прочее. То есть, ну, я не знаю, что на ПВП-локации герой... В большинстве случаев именно для PvP локаций. Иммунитетов нету, то есть это бездонатный герой, который реально крутой дебафер, но по сути без иммунов. На сегодня без иммунов герой это не герой, честно скажу. Хоть она и хилит, сейчас мы это все посмотрим на примере подземки. Давайте где-то на подземке сбегаем. Чекнем. Как это все выглядит на подземках. Возьмем тыковку. Все, запустили тыковку. Я надеюсь, она выживет до того, как это включится. Вот, пошел отхил, увеличение параметров на некоторое время. То есть на 5 секунд, опять же. Восстанавливает здоровье, увеличивает скорость атаки, энергии и уклонения. Увеличивает скорость атаки с кулдауном. Ну, это такое, знаете. Если бы это было как у тыквы непрерывно, это было бы, конечно, круто. Но, к сожалению, минуса. Наземный герой. Дальность атаки такая, ну. И скорость атаки не особо большая. Ну, 4 клетки, судя по всему. 4 клетки дальность атаки. Сейчас хочу разобрать, посмотреть на ее скилл основной. Видите, она опять же, она бьет. Кто у нас таких героев? Дуэлян тоже есть похожий очень. То есть он дамажит, может вообще в левую сторону ударить. То есть она не бьет конкретно по цели какой-то, на которую она бьет именно, может и влево, и вправо ударить, если цели рядом нету. Ну такое. А вот я не вижу, сколько целей. А ну-ка здесь. Не, здесь больше, чем 5 целей. Все-таки я ошибся. Это, ну, это дуэлянт где-то плюс-минус. Только дуэлянт, мне кажется, все-таки круче. Но здесь чисто дебафы.
дебафы и бафы, то есть такой дебафер и бафер. Ну, какой я вариант вижу для сборки? Ну, это однозначно уклоны по максимуму, чтобы поменьше попадали. Ну и максимальный деф делать, чтобы герой подольше прожил. Герой не должен быть дамагером, не должен сливаться на отражалках, потому что это будет просто жопка. А судя по всему, ну, как дуэлянт, он автопрокер, но не такой, как все остальные, которые нормальные автопрокеры. Здесь, к сожалению, этого проверить не смогу. Но если наподобие дуэлянта, то где-то плюс-минус так же. Если есть цель, ну, конечно, тут то, что бьет по прямой. Не знаю, нету смысла билдить такого героя однозначно в дамагах, потому что будет реально печально. Будет сливаться и будут быстро сливать другие такие пвпшные герои, как Фрея, например. То есть надо максимум деф оставить. Только такой вариант. Других вариантов я пока, честно говоря, не вижу. Ну, такое. Вот опять же, видите, ударило в совсем другую сторону. То есть, по применению это однозначно мелкие локации, где есть возможность попасть сразу. Это, например, та же самая арена. Давайте просто забежим на PvP локации. На рейд. Посмотрим, что она здесь делает. Набор энергии, в принципе, относительно неплохой. 4 тычки мы, по сути, набрали. Дамаг, в принципе, тоже есть, но на отражалках она будет просто отлетать. Ну, а так, я не знаю, ну, что-то такое непонятное. Ну, дебаф у нее, конечно, классный. На максимальном скилле, сейчас мы посмотрим. На 15-м 96%, ребят, 96% режется. То есть фактически все, что у вашего героя есть, оно просто убирается. Но это при условии, что этот герой ударит. Так, вот Фрейка. Затачит, ну, как видите, вообще просто. Просто у героя нет никаких иммунитетов. Если брать дальше там подземки, где будут башни станом и прочим, это тоже бесполезно. То есть максимум, куда его можно, куда эту героиню применить, это PvP локация, я считаю, для фарма. Ну, не знаю, целесообразно будет ли ее брать, ну, не знаю, такое. Вот, например, для арены есть у нас попытки, есть. Для такого что-то плана, для бездоната, для арены, для, например, того же самого запределья, очень даже, я вам скажу, будет ничего смотреться. Ну, смотря, все зависит от вашей силы. Ой, я вышел случайно. Все будет зависеть от вашей силы и от того, что вы хотите, но многого ожидать от этого героя не стоит. Это чисто дебафер и чисто, если попадет, то минус 96%, ребят. Это реально на сегодня самый такой, скажем, крутой дебафер с тех, которые у нас есть. О, 30-я Мэри, ну конечно. Просто на стычке. То есть на сегодня это самый крутой дебафер. 96%, я считаю, это реально очень круто. Уменьшает скорость атаки, энергии и уклонения. На 96% это реально на сегодня самый топовый результат. Но опять же, нету разных иммунитетов, герой реально ватный. То есть если вы хотите надеяться на то, что герой будет там прям мега-мега имба, ну, это бездонатный герой, поэтому на что-то особо надеяться не стоит. Ну, не знаю, я как вижу этот герой чисто для таких локаций, где есть возможность, вот, например, вот ЗБшка, да, возьмем, то есть такого плана. Вы можете кинуть ее в задний ряд. Ну и однозначно придется, наверное, скорее всего, делать ремонтный вариант, чтобы сразу включалась, потому что в большинстве случаев она доживать не будет. Тут сейчас нас просто тупо сложит. Ну, если другие герои там еще что-то могли сделать, то понятно. Тут все понятно, думаю. Ну, то есть такого плана героя ни туда, ни сюда. Да, дебаф классный, но применить его реально будет очень сложно.
Тут она даже не, это, не включилась еще. Ну, то есть надо будет потестировать уже римочные варианты. Не знаю, честно скажу, такое. Вот дебаф нравится, а сам герой что-то ни о чем. В общем, пишите, что вы думаете, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.